у нас из-за погодных условий весна затягивается, и поэтому весенние полевые работы тоже начало несколько сдерживается. Я по этой тематике буду докладывать на следующей неделе, но поскольку завершился первый квартал, хочу сегодня доложить по итогам животноводства. В текущем году, несмотря на сложившиеся финансовые трудности, рынок для животноводства сельхозтоваропроизводителям складывался относительно благоприятно. Закупочные цены в течение первого квартала позволяли сельхозформированию вести рентабельное производство, что повлияло и стимулирующие результаты. Оперативные итоги сельхозформирования за первый квартал вот на слайде. Они имеют динамику положительную. Выращено около 89 тысяч тонн скота, ростом 1%. Небольшой рост, но не минус. По мясу птицы лидер, безусловно, челный бройлер. 30 тысяч тонн, 2% ростом. За ним Акбарс холдинг, 13 тысяч тонн за первый квартал и 12% ростом к прошлому году. По свинине наибольший объем у камского бекона 12 тысяч тонн, авангард буинского более 3, татмит агро 2000 тонн. Произвели 275 тысяч тонн молока ростом на 5%. По реализации молока тоже имеем рост также 5%. Яйца произвели на 120% в количестве 225 миллионов штук. За лаишевским филиалом Акбарс холдинга 70% от республиканского яйца. Что касается поголовья скота, мы мониторим его в динамике к началу года. По поголовью скота к началу сработали с плюсом на 15 тысяч голов, 102%. Также не допустили снижения поголовья коров. Рост поголовья свиней на 3%, птицы на 17%, овец и коз на 26%.